Всем привет! Москвичам рассказали, как центр «Моя работа» помогает с трудоустройством. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробности расскажу прямо сейчас. У москвичей набирает популярность первый флагманский центр занятости «Моя работа», который открылся в апреле 2019 года. О том, как центр помогает москвичам с трудоустройством, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, центр занятости помог в поисках работы и провел консультации 183 тысячам горожан. На данный момент в банке данных занятости населения числится около 136 тысяч вакансий, из которых более 3900 для людей с ограниченными возможностями и около 1700 для молодых людей, которые только начинают свой карьерный путь. Отмечается, что центр развивает и дистанционный сервис по подбору персонала, что существенно сокращает время и расходы на предварительную оценку персонала. Кроме того, работодатель сможет получить достоверное резюме кандидата. На этом у меня пока все. Больше информации на сайте mymsk.online. До скорого!